Что ж, лорд, так как в предыдущей серии ты ничего не смог сделать и вообще был супер бесполезным человеком, который не смог убить даже Барсика, мы решили в этот раунд играть каждый сам за себя и смиловаться над тобой. Первый раунд, и посмотрим, кто сегодня выиграет. Дуло тебе в лицо. Ну, попробуем. Четыре человека — это очень мало, так что это будет достаточно легко. Давно я уж соскучился по таким снайперам. По обычным, нормальным снайперам. Когда каждый сам за себя. Каждый убивает друг друга. Барсик. Малышку. Ух, опасненько было. Короче, я уже ликвидировал одного человека, мне еще на двоих ликвидировать. Что? А ты где? На поле пшеничном. На поле? Чуть не выплюнул сердце. Я тут где-то на курорте отдыхаю. Да. Лордик, ты что, где-то на поле? Я тебя не вижу на поле. В смысле, ты меня не видишь на поле? Ну что-то я немножко слепая, мне кажется, стала. Да? Ну, малясик тогда бывает немножко. Ну, я понял, то, что вы... На крышу залез. Не так открыто я понял, то, что вы играете. В смысле, не так открыто, Флорд? Я настолько открыта сейчас была, я не знаю, как ты меня не заметил, когда по лестнице по своей забирался нафиг сюда. Я не понимаю, вот то, что-то вы в прошлой серии смелые такие на крышу выбегали, а сейчас вас на крыше я не наблюдаю. Так я туда пришла, увидела, что тебя там нет, и ушла. Макс! О, просто что за киллрип? Мама, снимай, как нафиг. Я просто разношу всю эту команду. Ай, нога чешется. У меня вот реально интересный вопрос. Где вы можете прятаться? Потому что я по-нормальному вас не находил ни разу. Мы не прячемся, мы бегаем. Где? Можешь мы хотя бы на карту хоть раз в этой жизни не вижу тебя. А я вижу тебя. Да. Опа, я спрятался, и меня уже не видно, да? А будь так добр, скажи, где он? Да, где-то летал. А, летает, значит, да, опять на своем полопламе. Ай. Ой. Я что-то вот слышу. Я вижу. Давай наверняка разойдемся в флор. Макс Фокс? Здравствуй. Вы же все за этот, за себя. Я думаю, сейчас вы все вместе там. Нет. Иди ты нафиг, Макс Фокс! Так, Барсик я видел на крыше, но это было давно, я не знаю, где Барсик сейчас. Макс, ты понял? Ну, точнее, уже не надо ничего понимать. Точнее, и вот и что в этой ситуации делать? Вообще непонятно. И что в этой ситуации делать? Вы мне прискажете. Барсик, я тебе скажу одно, ты гений. Я могу, так сказать, подсказку. Я слышу шаги. Твои. Я тебя удивлю, но Макс прекрасно понимает, где ты находишься. Он что, стоит и ждет меня? Нет, Макс, нет, ты не стоишь. Ты идешь. Да нет, Макс, ты так ничего не добьешься. Ну да. Барсик, давай, он не в доме, Барсик, нет смысла ходить по комнатам. А Барсик куда-то что ли ушел? Он по комнатам ходит по всем этажам. Прячься от него. Это фига прятаться, надо идти на дуэли, не прятаться. Прятаться можно бесконечно будет, то 101 квартира нафиг. Давайте, вылезайте все на крышу или куда-нибудь еще и просто, ну навряд ли он тут как-то чуть. Еще не понимаю, где он находится. Просто пролетающие все квартиры, они... Дома. Да, Флор, ты все правильно понимаешь. Да что? Да выходи, не бойся. Где? Я не понимаю. Не бойся, давай. Нужно еще оглядываться. Да боже мой, вы в 2 метрах друг от друга не можете друг друга найти. Они в 2 метрах, я их даже и не видел. Ну чё? Готов умереть. Макс.
А? Макс. Макс. Упустил, ну? Красава. Хочешь? На всякий случай. Вот просто. Тогда, тогда. Что это нафиг было? Привет. И просто привет. Макс сзади выходит. И просто и сзади Маск. Илон Маск нафиг выходит, дверь открывает. Господи, что нафиг происходит? Мне чуть сердце не выплюнулось. Ань. Просто сидит где-то. Я просто немножко... Я просто еще не понимаю немножко, что происходит, параллельно, каким образом я осталась один на один с Флордом. Дайте ты нафиг! Что за нафиг происходит? Зачем этот снайпер, если можно? Что за нафиг просто происходит, я не понимаю. Кто-то на крыше 100%. Да, привет. Пока. What the fuck, мазафака, можно, пожалуйста, перезапись, потому что я ничего не понял. Там стоит Барсик, там... А где... Я босс слева от тебя, потом выходит Барсик. Да каким образом вы встречаетесь? Мы заспавнились в трех соседних квартирах. Буквально. Буквально. Как всегда, готов умереть, так что я вижу тебя. What the fuck? О, Ань, да, здорово. Нас... Ну, Аня свою позицию не меняет. Мы прячемся сейчас. Стоп, мы заново? Так нет, Макс с тобой еще остался. Так нет, что, я выиграла, Меня убил Барсик. Да, его Барсик убил, он просто не спектейтер заспавнился. Да. Еще, а Барсик почему сдох? Потому что я его убила. Ага, почему вы это не озвучиваете даже, господи? Я сказала Барсик из КС, а потом сказала туда его. Ого. Чё я снова кого-то слышу? Почему я в 2 сантиметрах сейчас услышала перезаряд? В смысле? Мы все рядом, что ли? Вот прям как будто бы очень рядом. Вот как будто бы возле красного отдыха. Макс, а ты что услышал? Шаги. Барсик, ты когда так пугаешь, предупреждай. Он на меня вылетел просто. Нафиг, что у вас происходит? Я слышу, как кто-то взбирается по лестнице. Я сижу, никого не трогаю, он на меня Барсик вылетает. Да что такое? Почему я не попадаю? Кто сейчас сломал что-то? У меня галюны какие-то, я не знаю. Я сейчас увидел тут Барсика. Ой, не Барсика, а этого Максика. Кто двери открывает? Да нафиг, мы что, все в одном месте, что ли, находимся? Да я слышу, как кто-то двери открывает. Да нафиг, у меня снайперка в руках, где была? Я просто микрофон хочу так налево-направо. У меня напросто нет своего рабочего стола. Максик, кто куда на крышу полез? Ты куда на крышу полез? Ё-моё, просто Аня выиграет. Ты где? Я же... Тут, привет. Обращайтесь по номеру телефона +7 915 333 333 33 33. У меня плюс один. Иванка, Флорд вам подскажет, кто выиграет в новом раунде. Спасибо, нафиг, я обожаю эти блоки. Интересно, что ты заспавнился вместе со мной? Вы опять в квартире где-то сидите? Я нет. Нет. Что? Вы не в квартирах? Ого, я тоже жена вами. Да, я вижу, как Флорик забирается на крышу. Сейчас подстрелю его. А, он ушел куда-то, ну ладно. Возможно, забрался на крышу. Братья, у меня 7 яиц. Вылупится хотя бы? Никто не вылупился. Я не понимаю, как? Я вот... Просто мне этот мир абсолютно понятен. На этом моменте наших полномочий все. О, так, все, ко мне не заходить. У меня важное дело занять. Так, смотрите, он в квартире в сральнике сидит. Только вопрос в каком? Я уже знаю. Я уже у тебя за окном. Ну что будем делать? Давай пообщаемся как-нибудь. Если... Да как ты открыл дверь?
Стоп. Стоп. Открыл, стоп. Так открыл. Ну все, Максим, без лишних вопросов. Я кого-то сейчас видел уже. Какой-то крюк. Через полдома. Какой крюк? Вот какой крюк? Крюком... Господи, тут курица. Тут три курицы, друг. Я пробовал еще. Я и свой еще вынесла. Окей, вы где? Я вот сижу. Не особо прячусь, но и прячусь в своё время. О, классно, я взлетел. Здорово, если кому-то нужно в лицо. Бахасик, ты где? Бахасик и Флоуд, вы где? Я в квартире. А ты на... Нафиг, выходите из квартиры, я не в квартире, я ни разу не спрятался. Я слышу крюк. Это я летаю тут по всей карте. Где? А тебя нет, чё ты чешешь? Да я реально, я уже 10 раз залезла на крышу, 10 раз не спустилась, 5 раз поднялась на красное здание, 10 раз от него спустилась. Я тут уже, знаете, как летаю? Я уже летчик-самолетчик. Короче, как хотите, я буду сидеть. Багатик, в крысу не играй, пожалуйста. Да я ненавижу эти крюки, эти дельтапланы, эти парапланы. Вот за то же самое, не знаю. Ой, Форд! Нафиг. Да иди ты нафиг! Барсик и Аня. Финальный раунд. Давай, Ванга, Флор, кто выиграет? Барсик. Не, ну я слышу шаги. Ты меня увидел, наверное. Да, я тебя увидел. Нафиг. Я думала, ты как с Максом сделал. Говорю, этот, обращайтесь. Ванга, Флор, плюс 7, 915, 333, 333, 33. Звоните. Где моя лавочка? Где моя лавочка? Ай, нафиг лавочка. А что я слышу? Крюки. Да это я летаю на крюках, привыкай, Барсик. Никогда не привыкнуть, что кто-то летает на крюках. Я вас не слышу. Нифига себе, я десантировался на балкончик. Я тебя увидела на балкончике. Это ты свинья, что ли? Я не смогла тебя убить, потому что там заборчик не мешался. Ну все, значит чил. Почему я крюки слышу? Ну потому что я летаю, успокойся. Ой, маг. А, стой! Ладно, все, окей, пока. Я понял, у вас разборки. А, стань. Да нафиг, я этажом ниже залетел. Ну что там, опять на крыше? Нет, мы где-то под крышей или над крышей, я не знаю, где. Да нафиг, Аня. А что творится? Кстати, ты не... Не зря меня кролик учился крюком пользоваться. Привет. Нафиг. В лицо в итоге излетело. Мне кажется, я тебя видела. Ну вот как, почему сквозь тебя пролетела пуля? Ты понимаешь, у меня еще даже в руках не было снайперки. Вы прям друг под другом стоите. В этот момент я нафиг слышу открывающуюся дверь. Боже мой! Ты серьёзно? Я сейчас всё обойду. Почему я слышу, что кто-то входит под землю? Под земли. А теперь я вообще ничего не слышу. А, нет, слышу. Не-не, ты правильно, ты правильно ходил, на самом деле, фокус. Подожди, что это за бред? Флор, давай, Яндекс.Навигатор. Так, сейчас, подожди, мне надо вас найти, где вы? Так, вижу Барсика, не вижу Флор, да. О май гад. Флор, ты куда убежал? Если я проиграю, все, поэтому мы посуду. А, смотри, Флор, запоминаем. Где Барсик? Я нашла Флорда, потеряла Барсика. Ты что, почему? Барсик, красава. Так, нет, у меня пуля пролетела сквозь него. Ну что ж, как обычно, я лучше всех выиграла всех, как обычно. Они ничего не могут сделать, и ты тоже, Флорд, ничего не можешь сделать. В общем, тыкайте на видосы справа. Тыкайте на видосы справа и слева, не забывайте ставить лайки и, в общем... Подписывайтесь на канал.